Пані та панове, у червоному куті боїць із Туркменістану. Він представляє клуб «Файтерс». Із Туркменістану Омекан Томієв. У синьому куті боїць із міста Рівне. Він представляє клуб «Удар». Із Рівного Ілля Гузь. Рефері в гексагоні Микола Бурля. У вас три раунда по 5 минут. Правила ви знаєте. Внимательно слушаємо мої команди. Перчатки, шорти, сетку не хватаємо. Після команди стоп не працюємо. Пожали руки. По углам. Ну що ж, Мекан Томієв, Ілля Гузь. Весовує 61 кілограм. Второй профессиональный поединок на сегодня. Поехали. Да, пытался только что показать или нанести лоу Илья. Поджимает Илья. Мекана так давит, гонится за ним. Лоу от Мекана, но Илья все видел. И также лоу-кик от Ильи не был удачным. Пока прощупывают реакцию друг друга бойцы. Двигается Мекан за правую руку Ильи, так как Илья. В левшей работает. Видно, сейчас что-то будет. И мне интересно наблюдать за Ильей, когда он сигнализирует, что глазами сигнализирует, что будет сейчас бить лоу-кик. Такие обманные маневры. Пока эта перестрелка лоу-киками такого особого значения не имеет. Ну, вот сейчас по защите нанес удар Илья. Быстрая комбинация была в его исполнении. Оу, зарядился Мекан, но провалился, увидел. Все, Илья. И отвечает. Отвечает по защите. Высоко держит руки Мекан. Майгири от Илья. И есть, да, вот, есть. Первый перевод от... Сразу, да, пытается застегнуть ноги Мекан. И да, есть первый перевод от Мекана. И сейчас посмотрим, как Илья будет отвечать ему в партере. Пытается пройти ноги сейчас Мекан. Держи, контролируй, зараз подниму. Буквально, ножку не дай пройти. Леву не давай, чтобы прошел. Ставил колено сейчас Илья. Корпус. Давай, туда лезь ты. Не давай. Да, и потихоньку он все же пытается, все же, да. Восстанавливает гард. Еще не засунули. А, нет. Нет, потому что уже Мекан проходит и заходит маунт. Забери ножку. Полу гадли оказались бойцы. Бей. У нас такая борьба за позицию. Никто особых ударов не пытается наносить. Ничего никто не пытается делать никаких сабмишинов. Попыток. Хотя Илья там снизу что-то пытается предпринять. Настреливает удары Мекан. Своей позиции, по корпус, голова обрабатывает. Контролируй ручки! Выползай, лесные трошки! Лево, хорошо, не давай. Ой, давай, как ноги, красиво не обходит не ноги давай, сейчас. Не давай зайти, Мекан, но... Есть, вот это он! Да, есть уже в боковом удержании оказался Мекан.
Не давай туда, зараз буде місце. И если я не ошибаюсь. Либо дальше он будет делать там какую-то попытку. Да-да-да, попытку занять маунт. Либо. Да, есть, занимает. А, нет, занимает. Как настолько быстро все происходит, как хорошо. Работает ногами снизу Илья. Пытается восстанавливать постоянно гард, мешает ему занимать более доминирующую позицию. Но Микан не останавливается и оу, забирает спину, уже заправил ноги. Руки под шею и оу, плотный захват, какой стучит, да, это победа Микана Томиева. Вот это да! Вот это да, сделал все оперативно. На четвертій хвилині 32 секунди першого раунду задушливим прийомом перемогу здобуває Мекан Томієв, Туркменістан. Микан, поздравляю тебя, земляк из Туркменистана. Да, да, я твой земляк. Ну, сейчас не об этом. Поздравляю тебя с победой, уверенная победа. Досрочная победа с сабмишеном. Расскажи, как готовился на этот поединок, какие эмоции у тебя от этого поединка? Здравствуйте всем. Спасибо Заза. Вот он меня готовил полтора месяца. Еще хочу сказать, Андрей Красников, где он? Андрей! Вот он 20 дней назад, я вообще работал, не тренировался 4 месяца. Он мне звонил, Микан, я тебе дам деньги, давай подготовиться к бою. А я сказал, у меня финансы сейчас не очень. Поэтому я работал, не тренировался. И он, спасибо тебе, Андрей, он мне сказал, что давай, тебе надо идти дальше. И помогал мне. Хорошо, что дальше? Что нас ждет в будущем от тебя? 61 килограмм, я слышал, чемпион Александр Плетенко. Да, Плетенко. Да. Ну, если он хочет, можем строить бой. И все, если он согласен, конечно. Саша, ты все слышал, он прямо сейчас смотрит трансляцию. Саша, тебе привет, у тебя тут серьезный конкурент, также борец. Микан, поздравляю тебя, достойно представил Туркменистан. Удачи тебе и Fighters Way, команда Fighters сегодня хорошо.